Военные, всем известны инструкции Министерства культуры. Нельзя отпускать вас разгоряченные. Нужно, чтобы вы успокоились, пришли в себя, подумали о высоком. И для этого идеально подходит народная песня. Народная песня – кладезь всего прекрасного в нашей душе. Мы споем народную песню, и пусть умиротворение, мир и любовь настигнут вас, как стая гончих псов. Ставили пить коктейли, но в душе румазал матом.